Всем привет, привет, привет. С вами, как всегда, ваш великолепный сынулька красотулька. У нас вечер, это время пришло. Распаковочки для домичка. Для нашего домичка, для нашего красивого интерьера. Мы его помаленечку обставляем. Копеечку с пенсии родителей собираем. В общем, я буду показывать, что пришло. Здесь, на заднем плане, у меня пакеты. Присаживаемся поудобнее. Я все буду подносить, приносить. Берем нож по картону. Первый пакет у нас здесь завязан узел. Мы его открываем. Хорошо открываем. Так вот. Что здесь у нас находится? Пакет этот в сторону. Начинаем. Так. Для начала клеенка на стол. Вот такая клеенка. Клеенка на стол называется Хамба, не знаю. Никакая не реклама. А здесь у нас находится. Сейчас я вот это уберу, штрих-код. Скатерть из ПВХ. Видно? Скатерть. Мы сейчас посмотрим, каждую откроем. Каждую распакуем. Так, ножичек сюда в сторону. Пока в кармашке я его уберу. Для начала скатерть. Просто скатерть. Хоп! Открываем. Можно, конечно, по-разному. Можно стелить скатерть, можно не стелить. Но пусть будет. Посмотрим по интерьеру, как у нас все будет. Так. Во! Вот такая скатерть. Слушайте, красивый такой цвет. Мне нравится. Он такой прям, знаете, и материал хороший. Вот эта скатерть. Мне вот нравится. Вот с освещением более такой-то, да? Красиво. Так. Сюда. Сейчас быстренько мы все сделаем, свернем. Скатерть, по-моему, тоже можно же разгладить утюгом, перевернуть наизнанку вот эту белую сторону. Нужно будет разгладить. А материал хороший, вижу сразу и на ощупь. Сразу видно хорошее изделие. Так, пока в сторону. Пока это в сторону. Сюда на табуретку. Следующая клеенка на стол. Клеенка на стол. На стол. Вот ее придется нам открыть, но ее надо осторожно открыть. Здесь нету никаких залипок. Или есть? Нет, нету. Придется ее осторожно открывать. Аккуратно. Это сразу как завод делает, упаковывает без этого. Пошел запах свежего. Такого, когда открываешь, довольно свеженько. Кожа приятная на ощупь. Материал вполне такой. Тоже подходит для интерьера. Красота же. Тот потемнее, а этот посветлее. Тоже. Смотрите, да? Вещь какая. Тоже хорошая. На ощупь и так. Отлично. Я посмотрю по интерьеру. Если что... Я вот когда все уже расставлю, посмотрю, можно сменить. У нас же два стола стоят на кухне. Один посветлее поставить, где микроволновка, на задний фон, а на передний фон заменить новую скатерть. То есть новую эту... Посмотрим. Все посмотрим, все прикинем. Главное, что у нас. Главное, что она у нас есть.
А заменить это дело времени. Кстати, вот такая она. Она как маленькими, видите? Ребрышками идет. Ребрышками. Прикольно. Так. Мусор в сторону. Следующее. Что же у нас идет следующим? Следующим у нас идет. Открываем. От нашей программы. Шучу. Я ничего не продаю. Я просто беру для интерьера. Первое посмотрим, что это такое. Так. В пакете. В пакете у нас. Подушки, декоративные подушки, запечатанные. Сейчас мы будем открывать. Я здесь тоже не вижу ни зазора, ничего. Нет. Откроем так. Главное осторожно. Я сейчас присяду лучше, чтобы осторожненько это все открыть. В основном интересны вот такие распаковки, я думаю, домохозяйкам. Все-таки больше домохозяйки, женщины, они как-то любят, тяготеют вот, именно к распаковкам каких-нибудь вещей, что-то такого. Смотрите, это вот такие подушечки под голову подкладывать, вполне такой, или под спину, такой приятный. Материал. Такой. О! Так. О! Какие пока сюда мы их. Следующее здесь получается. Еще две подушки. Это пока сюда уберем с вами. Распакуем. То есть дополнительно к дивану у нас вот такие подушечки. Подушечки. Опа! Красота! Красота! Неописуемая! Да? Они, кстати, здесь вынимаются. То есть на застежке. Вот она застежка. Молния. И она открывается. То есть, чтобы стирать. Удобно было. Съемные чехлы. Съемный чехол. Так. Сейчас мы сразу вот так и вот так. Вот это, чтобы у нас не валялось, убираем сюда. Мусор. Вот. Это тоже сюда. О. Следующее, что у нас здесь находится? Здесь у нас находится. Это такой шикарный микрополиэстер, стопроцентный. Плед. Вот такой. Вот такого цвета. Сейчас мы его с вами откроем. Посмотрим, что да как. И вы уже догадались, куда он пойдет. Да, сюда пойдет. Сюда пойдет его постелю. Или буду укрываться. Так, сразу убираем это все. Сразу мы все это, зрители, дорогие зрители, выберу. Смотрите, какая красота. Красота! Мягкий, хороший. Цвет интерьера. О. Так, во. Если расправить, то вот так вот. Сама ткань. Да. Хорошо прошита. Вот это внутренняя сторона. Вот это получается у нас наружнее. Наружняя сторона. Лицевая. Красота какая. Пока это, чтобы укрываться.
Свернем. Свернем вот сюда. Пусть здесь у нас полежит. Полежит все это. Так, ну и следующее. Домашний текстиль. Что же здесь находится в этом домашнем текстиле? Всем должно быть хозяюшкам интересно. Вот такая сумочка. Здесь у нас получается накидки должны быть. И не накидки, а плед. Тоже плед черного цвета, темного, такой переливающийся плед. Тоже им укрываться, чтобы сынульки на красивые чистые ножки не мерзли зимой либо осенью. Так, посмотрим. Смотрите, ткань тоже, да? Так вот выглядит. Переливается. Переливается. И внутренняя прошивка вот такая. Вот такая внутренняя прошивка. То есть черными этими. Можно посмотреть. 220 сантиметров на 200, чтобы укрываться. Красота! А почему нет? А почему нет? Это ж хорошо, когда в дом, а не из дома. Правильно? Правильно. Пока я сумку уберу, сумка пригодится под что-нибудь хорошее. И так как пока у нас совсем еще не стемнело, как мы знаем, ночью по верьям, по суевериям, нельзя выбрасывать мусор, я этот пакетик отнесу и выброшу. Ну что, вот такая распаковочка была от сынульки, красотульки. Подписывайтесь на канал «На подвал Ильича» на Яндекс.Дзен платформу. С вами был ваш несравненный сынуля, красотуля. Всем вкусняшек, вкусняшек. Ставим лайки. Всем пока. Пока.